8 июля, в день семьи, любви и верности, вступают в брачный союз граждане Российской Федерации. Несмотря на середину рабочей недели, в народный православный праздник, День Петра и Февронии, покровители семьи, брака и верности в Нижегородской области, свадебный ажиотаж. То, что именно 8 июля выбрана дата и начало официальной семейной жизни для всех пришедших в этот день на регистрацию брака, весьма символично. Именно этот день выбирали, потому что он очень много значит в моей жизни. Восьмерка – это бесконечность, Петр и Феврония – это семья и верность. Это специально было сделано, чтобы у нас все было точно так же счастливо. Хотели 7-го, остановились 8-го, потому что праздник. Давно хотели связать наше событие именно с этой датой. Мне кажется, что эта дата должна быть удачная. И нам обязательно должно повезти, мы всегда будем вместе. Только в Нижегородском доме бракосочетания 8 июля поженились 30 пар. Всего же в день покровителей семьи, брака и верности Петра и Февронии свои отношения официально решили связать более 200 пар по всему региону. Объявляю вас мужем и женой. Скрепите свой союз супружеским поцелуем.